Пропуск из царства Джейн. Дзинцюи, сейчас я наконец стал правителем. Но почему же так ужасно себя чувствую? Кажется, я знаю, почему. Даже если бы я был более успешным, нет никого, кто может разделить со мной успех. Дзинцюе, почему ты настаиваешь на сне? Почему тебе пришлось бросить меня? Почему ты оставила меня вот так? Разве ты не сказала мне, что ты всегда будешь смотреть на меня и оставаться рядом? Всегда полагаясь на меня. Скажи мне, почему тебе пришлось бросить меня? Скажи! Скажи. Почему? Ваше Высочество, Инга пришла. Наконец-то пришла. И зачем? Это потому, что ты не можешь забыть наше прошлое? Не делай поспешных выводов. Как ты собираешься спасти Дзинцюэ? У меня свои способы. Что? Дзинцюэ еще может жить? Да. То есть ты можешь использовать свою жизнь для обмена на ее? Инга! Почему ты такая глупая? Ты уже сбежала из дворца. Зачем возвращаешься к своей смерти ради других? А почему ты такая глупая? Другие только просят, чтобы их кто-то полюбил в жизни. Но ты можешь пойти дальше и предать его. Просто мы все живем во время хаоса. Я не могу быть независимой. Ты знала? Тяжелее всего в этом мире. Сделать то, о чем не пожалеешь. Ты уверена, что жизнь Инга и Дзинцюэ удастся успешно поменять? Инга и Дзинцюэ — сестры-близняшки. У них также очень сильная связь. Я смогу поменять их с помощью мелодии. Ты выберешь Инга или Дзинцюэ? Знаешь, в чем разница между тобой и его величеством? Потому что его величество умеет любить. А ты в итоге все делаешь ради себя. Я хочу Дзинцюэ. Барышня Дзюнь, если ты сможешь спасти мою сестру, сделай все возможное. Ты действительно готова обменять свою жизнь на жизнь Дзинцюэ? Да. Тогда ладно.
Я воспользуюсь мелодией райских снов, чтобы создать иллюзию. Там ты сможешь умереть рядом с его величеством. И что? Это ведь иллюзия. Ты должна все обдумать. Я не стану возвращаться. Я обещала его величеству быть с ним. И теперь я обменяю свою жизнь на жизнь Дзюн Цюэ. Два зайца одним ударом. Хорошо. Инга! Еще не поздно повернуть назад. Если не получится, то ничего страшного. Нет. Будет сложно сохранить твою жизнь и жизнь Дзюн Цюэ. Барышня Дзюнь, начинайте. Ваше Величество. Раз он пришел, могу я кое-что сказать ему? Он разрушил мой план, я не могу его пощадить. Я делаю иллюзии. Ты попросил меня сделать обмен жизнями. Если ты не можешь дать мне такую мелочь, зачем мне тратить на тебя силы? Ну ладно, я позволю тебе на этот раз. Вам двоим нелегко вырваться из моих рук. Стойте! Ты пришел? Уходи со мной. Ты не видел, что это ловушка? И что? Жень, уходи со мной. Суюй, мы не можем сбежать. Да, вы просто отправите себя на смерть. Ваше Величество, моя жизнь зависит от ваших способностей. Я знаю, что ты неплох в боевых искусствах, но если мы будем сражаться, я не могу проиграть тебе. Кроме того, я не люблю драться с людьми, которые любят принуждать других. Я так не делаю. Ты должен хорошенько осмотреться вокруг себя. Возможно, твои навыки смогут справиться с этим, но так кого ты любишь? Нет.
Что вам нужно? Все очень просто. Я хочу, чтобы ты открыл этот секретный отсек. Вы так тщательно все спланировали и продолжали пытаться убить, просто чтобы открыть секретный отсек. Но знаете ли вы, что находится внутри? Не знаю. Я просто знаю, что предмет внутри — драгоценное сокровище твоего отца. И в этом мире ты единственный, кто может его открыть. Думаю, после того, как ты откроешь, я смогу узнать, что внутри. Похоже, все в руках Его Величества. Но, к сожалению, мое появление не было опрометчивым поступком. Поскольку я хочу вывести ее, мне пришлось кое-что подготовить. Похоже, у вас проблемы из-за некоторых приготовлений. Ты переманил моих людей, чтобы они прорвались сквозь мою защиту. Раз я иду против вас, я не могу рискнуть оказаться неподготовленным. Тогда похоже, что все-таки нам придется сражаться. Суюй. Последний раз, когда мы дрались в моем поместье, итога не было. Потому что Мейчинге, собирающий души, все испортил. И сегодня это случилось снова. Разве в этом мире вещи не повторяются? Только жаль, что в тот день мы оба сделали что-то для тех, кого любили. Но сегодня та, кого вы любили, уже оставила вас. Вы никогда не задумывались, почему? Если это мое... В конце концов, это будет у меня, потому что я не позволю своим желаниям стать моей слабостью, а ты другой. Ты позволяешь эмоциям слишком сильно влиять на твои действия. Ты мог бы преуспеть, но ты разрушил собственный план. Твоя слабость очевидна. Потому что я знаю, что для меня важно. Для вас престол важнее всего остального. Но для меня... Безопасность той, кого я люблю, важнее. Возможно, Дзюньфу действительно моя слабость. Но именно из-за этой слабости я чувствую, что жить действительно здорово. Что с того, что трон ваш? И что, если вы самый сильный человек в стране? С кем вы можете поделиться всем, что вы сделали? Ваши глаза видят только тех, кто боится вашей власти. Где человек, который относится к вам с чистым сердцем? Ты очень говорлив. Но вот печально. Девушка, которую ты любишь, может умереть в любой момент в моих руках. Разве вы не хотите, чтобы я просто открыл секретный отсек? Я сделаю это. Уходите. Да. Как только он откроет секретный отсек, немедленно убейте его. Да. Ты довольно решителен. Жалко, что мы должны быть врагами. В противном случае, мне бы очень хотелось иметь такого друга, как ты. Наши сердца не думают об одном и том же. Я уже согласился, отпустите ее. Ты считаешь меня дураком? Сначала открой отсек. Как ты? В порядке? Почему ты каждый раз чем-то жертвуешь ради меня? Глупышка. Вперед! Нет!
Ваше Величество, давайте уйдем. Ваше Величество, Дзяньфо! Братик Муянь! Брат Муянь! Брат Муянь, ты не можешь умереть! Глупышка, чего ты плачешь? Я еще жив. Разве ты не видел, что это ловушка? Я видел. Тогда почему ты пришел спасти меня? Потому что... я не хотел, чтобы с моей девушкой что-то случилось. Прости. Прости, это моя вина. Мне так жаль. Прости. Жень. Братик Муянь. Брат Муянь. Брат Муянь. Брат Муянь! Брат Муянь, ты не можешь умереть! Живым бы он мог открыть. Но все равно мы должны попробовать. Брат Муянь! Брат Муянь! Брат Муянь. Так вот как это выглядит. Интересно. Если бы я знал раньше, что мертвец тоже мог его открыть, мне бы не пришлось прилагать столько усилий. Почему он исчез? Сказали, что я умерла. Я не поверила в это. Ты хочешь умереть? Что мне делать? Зачем мне умирать? Я не буду. Я останусь с тобой. И буду хорошо заботиться о тебе, любить тебя. Инге, мы никогда не расстанемся. Я буду использовать свою жизнь, чтобы любить тебя. Итак, обмен жизнями закончился. Ты все забыла. Инге, ты наконец вернулась ко мне. Хорошо. Очень хорошо.
Ты беспокоишься о Суюе? Я скажу тебе, он еще жив. Напоминаю. Помни, кто ты и какой у тебя долг. Раньше именно из-за него ты разрушила царство Вэй. Убедись, что не повторишь таких ошибок. Отец! Суюй открыл секретный отсек. Почему ты не отпускаешь его? Какое это отношение имеет к восстановлению царства Вэй? Потому что Суюй отправил царство Вэй вместо подобной бездни. Если быть честным, в разрушении царства Вэй Суюй не виноват. Как это не виноват? Он наследный принц Чэнь. А ты принцесса Вэй. Сейчас ты должна ненавидеть его как можно сильнее. Ненавидеть царство Чэнь, ненавидеть Суюя. Ненавидеть того старого вора. Отец, ты имеешь в виду правителя Джен? Я обязательно его убью. Я никогда не проиграю ему. Почему ты так его ненавидишь? Не упоминай этого старого вора. Ты моя дочь. Если мы будем работать вместе, мы определенно сможем отомстить. Отец, что ты собираешься делать с Суюй? Суюй. Его кровь — лучшее жертвоприношение. Отец! Почему ты должен использовать такие жестокие методы? Тебе обязательно использовать свежую кровь Суюй, чтобы завершить твои планы. Сейчас ответственный момент. Я верю в тебя. В прошлый раз из-за твоего упрямства мы совершили огромную ошибку. На этот раз убедись, что не повторишь ее. Пока ты меня слушаешь, я гарантирую, что сохраню ему жизнь. Отец, какие секреты скрыты в Утёсе Истин? Он записывал все благоприятные и странные события. Некоторые уже потеряны. Некоторые похоронены. Многие думают, что это просто мифы. Например, мелодия Хуасюй. Например, люди-русалки. Люди-русалки? Легенда гласит о этом племени, называемым народом русалок. Они мастера иллюзий, развивают это уже 1000 лет. Они являются источником магии и иллюзий семьи Жун. В этом мире не так много людей, которые действительно могут получить их. Люди-русалки — особое племя царства Джень. Они учатся искусству иллюзий и в конце концов овладевают им. Те, кто его обретают, перестают быть нормальными людьми. Русалок, достигших высочайшего уровня развития, называют Цяньхэ. Это божество-хранитель 9 земель. В этом мире так много божественных существ. Многие думают, что люди-русалки — это легенда. Я раньше видел настоящую русалку. Они необычные люди. Она не хотела, чтобы ее поймали. Так что она жила очень изолированно. И ее действия были сдержанными. Но ее сильная магия и несравненные навыки иллюзий заставляли каждого жадного правителя пытаться заполучить ее. Хорошо сказано. Если мы можем управлять русалками, мы будем управлять самой загадочной силой в 9 землях. Все это может звучать как вздор. Но благодаря правителю разрушенного царства нам удалось получить настоящее духовное тело русалки. Что это такое? Следы памяти русалки. Они необычные люди, они растут 100 лет, а может даже 1000. Если они умирают, их дух забирает некоторые воспоминания и остается в этом мире, а исчезает позже.
Но сокровище царства Джен, меч, собирающий души, он может объединить фрагменты памяти. Оно может стать духовным телом. В духовном теле нет ни плоти, ни крови, но в остальном оно похоже на русалку. Оно не может двигаться, но в нем могут быть воспоминания. Следовательно, это очень разумно. Если мы используем особый вид магии, мы сможем превратить духовное тело в настоящую русалку. Вот значит как. Чтобы заставить духовное тело проснуться русалкой, нам нужно принести в жертву Суюй? Это не имеет к тебе никакого отношения. Просто знаю, удержать русалку в ловушке действительно сложно. Также очень сложно контролировать это. Есть только один способ для контроля. Мелодия райских снов? Вы действительно умны, принцесса. Вы действительно дочь правителя Вэй. Через 3 дня. Перед этим камнем истины я оживлю русалку. В то время, единственное, что сможет это контролировать, это твоя мелодия Хуасю. Если ты будешь слушаться, Сую будет жить. Как ты? Тебе больно? Почему ты такой глупый? Разве ты не видел, что я предала тебя? Ты спас меня, а я использовала тебя, чтобы открыть отсек. Ты должен был понимать это. Я никогда не любила тебя. Все просто манипулировали тобой. Манипулировали, чтобы отомстить царству Джен. Ты совсем не выглядишь красиво, когда плачешь. Девушкам стоит больше... С этого момента не разговаривай с ней так. Не надо. Ты выйдешь за него замуж. Для нее лучше всего быть вместе со мной. Потому что только я могу ее защитить, а ты? Ты даже себя защитить не можешь. Если это может избавить тебя от ненависти, что ты испытываешь ко мне... Это тоже хорошо. Thank you.
Спаси Суюй. Спаси его. Почему тебя волнует Суюй? Может быть, я его мать. Ты действительно мать Суюй? Спаси его. Спаси Суюй. Я не могу его спасти. Я не могу. Только ты. Единственная, кто может его спасти. Только ты можешь его спасти. Как мне его спасти? Расскажи, что мне делать? Почему так нервничаешь? Отец. Я только что гуляла по саду. На меня прыгнула дикая кошка и напугала меня. Просто дикая кошка тебя так напугала? Я правда испугалась. Я слышал, ты ходила в тюрьму, чтобы увидеть Суюя. Ты все испытываешь к нему чувства? Суюй спас меня раньше. Я не могла это забыть. Но я не забыла твои наставления. Я не забыла о месте за царство Вэй. Не волнуйся. В этот раз я буду хорошей принцессой. И твоей дочерью. Хорошо сказано. Скоро наступит день, которого я так ждал. Ты не зря выучила мелодию Хуасюй. Это скоро будет крайне полезно. Тюрьма. Иди сюда. Давай. Принцесса? Зачем ты идешь в тюрьму одна? Хочешь спасти Суюя, верно? Ты не можешь просто ошибиться. Почему отец солгал мне? Отец и твоя тетя хотят убить Суюй. Ты знаешь, да? Расскажи мне, расскажи. Что толку, если расскажу? Слишком поздно. То, что будет происходить, находится вне твоего контроля. Тогда что мне делать? Вы двое спасли меня, чтобы я была инструментом? Я этого не делал. Возможно, ты так не думал. Но в итоге ты все это сделал. Я действительно отношусь к тебе как к другу. Если ты действительно относишься ко мне как к другу, ты должен мне помочь. Почему ты ведешь себя так? Я действительно ничего не могу с тобой поделать. Нет. Я не хочу все забывать. Я предпочту и дальше страдать. Глупышка, это все для твоего же блага. Ты думаешь, ты не умрешь от этой боли? Что плохого в том, чтобы все забыть? Thank you.
вини меня. Это все для твоего блага. Когда-то ты поймешь. Слуги? Как Дзинфу? Она в порядке. Она не планировала спасать Суюй? Нет, у нее нет на это возможности. Это хорошо. На самом деле, я никогда не доверяла Вэю или Дзинфу. Похоже, правитель Вэй что-то скрывает от нас. Что-то скрывает от нас? Что? Я не знаю. Это просто ощущение. Так что ты должен внимательно следить за Дзинфу. Сделай шаг из прошлого как можно скорее. Я планирую поженить тебя и Дзинфу. Только так она нас послушает. Если ты женишься на Дзинфу, правитель Вэй охотно поможет тебе. Только тогда ты сможешь обрести настоящий трон. Можно ли это назвать браком? Каждый делает что-то для своей выгоды. Я надеюсь, что брак между мной и Дзинфу не будет связан с такими махинациями. Любой правитель не может обойтись без манипуляций. Сегодняшняя ночь довольно красивая. Как насчет того, чтобы отвезти тебя в сад за домом, полюбоваться луной? Верно. Я слышал, что недавно в городке Юнань появилось много интересных вещей. Как насчет, чтобы пойти и позволить тебе там поиграть? Ты идешь или нет? Ты хоть что-то должна ответить. Все равно, все пойдет. Хорошо. Хорошо. Отлично. Замечательно. Отлично. Хорошо. Еще. Еще. Смотри, смотри, разве не празднично? Давай. Это потрясающе. Посмотри на это. Как тебе, разве не потрясающе? Хорошо. Хорошо. Пошли. Какие хорошие навыки. Меня ищешь, да? Ваше Величество. Говори, кто сказал тебе следовать за нами? Принцесса Юнь. Почему принцесса Юнь послала тебя? Она боялась, что с вами что-то случится. Позволь мне сказать тебе. Если осмелишься следовать за нами, потеряешь жизнь. Я понял. Живо уходи. Да, вернись. Это тебе. Если не хочешь, я дам ей. Дзинфу. Чем ты предала господина?
是真心，真心。